заключается в том, что действительно впервые Оренбургская область принимает соревнования такого высокого ранга, как чемпионат России по боксу среди мужчин. И это очень важно, потому что исторически Оренбургская область развивает вид спорта бокс давно, очень давно. И у нас в истории, в прошлом и в настоящем, есть достаточно много уважаемых сегодня спортсменов в прошлом на территории даже всего Советского Союза. Поэтому это послужит дальнейшим развитием, подтверждением тому, что бокс в Оренбургской области развивался, развивается, и у него есть хорошие перспективы. Здесь, на этом ринге сейчас, вся честь, вся сила России. Ну, нет сильнее вот этих боксеров, которые здесь. Нету. Здесь мы с вами увидим самых наилучших. Тех ребят, за которых Россия никогда краснеть не будет.